В Великом Новгороде сегодня поздравили сотрудников РЭПов. Это сокращенное название регистрационных подразделений ГИБДД. Отделам исполнилось 45 лет. Сотрудниками этого подразделения госавтоинспекции знаком каждый водитель. Именно они регистрируют транспорт, проводят экзамены на право управления, а также выдают водительские удостоверения. История службы уходит корнями еще в 19 век, когда был составлен свод правил для извозчиков. Но моментом создания регистрационно-экзаменационных подразделений в системе ГАИ следует считать 13 февраля 1974 года. За длительный период своего существования регистрационно-экзаменационные подразделения госавтоинспекции прошли нелегкий путь. И всегда ее сотрудники делали все от них зависящее для качественного обслуживания граждан. На высоком уровне, обеспечивая допуск к участию в дорожном движении, технически исправные транспортные средства, подготавливая грамотные водительские кадры. В минувшем году сотрудниками областного подразделения проведено более 24 тысяч операций. Принято более 17 тысяч экзаменов, выдано почти 15 тысяч водительских удостоверений. Сегодня в торжественной обстановке сотрудников и ветеранов службы с 45-летием создание РЭПов поздравило не только руководство ГИБДД, но также представители правительства Новгородской области и региональной думы.